Алтайские дорожники готовятся к сезону. Уже в мае они приступят к ремонту полотна, а сейчас идет заготовка необходимых материалов. Зима постепенно заканчивается. С приходом весны тысячи автолюбителей региона, как всегда, столкнутся с проблемой ямы и выбоин на дорогах. При этом многие зададутся вопросом, как вроде бы в прошлом году ремонтировали. Ответ прост. На состояние дорожного полотна влияет многое. Погодные условия, интенсивность движения и качество строительных материалов. Как раз их дорожники и начинают заготавливать сейчас. Определить качество щебня и песка помогает лаборатория «Алтай Автодора». Наиболее целесообразно осуществлять оценку качества выпускаемой продукции предприятиями до начала заготовки или до начала производства дорожестроительных работ. Сегодня здесь будут отбираться пробы инертных материалов, всех материалов, которые выпускаются. В дальнейшем они будут переданы в лабораторию. В лаборатории будут определены физико-механические характеристики. И в дальнейшем будет выдано заключение о соответствии выпускаемых на этой фабрике материалов, а также о возможности их применения в тех или иных конструктивах дорожной одежды.